Пожалуйста, да. Тяжело ли после поражения ждать, переходить на Кубок России с разницей? Championship to go to play in the cup after only four games, after only four days also. Is it hard for us or not? No, it's not. It's not important the number of days. Количество дней не важно. Нет. Пожалуйста. Ваш вратарь не забил пенальти, обычно вратарь всегда защищает. Вы будете защищать своего вратаря сегодня? Coach protect keepers. Do you protect him today or not? В связи с этой ошибкой. I mean, because of this mistake with the penalty shot. When I asked everyone to take the penalty, no one wanted to take another penalty, so he was the captain today, he took the responsibility, so he took one for the team, so the fact that he missed the penalty, I don't take into account. Когда я спросил, кто будет бить следующий пенальти, никто не вызвался, Бабурин как капитан сказал, что он пойдет бить следующим, он пойдет бить пятым, и то, что он промахнулся, для меня ничего не значит, я не беру это в расчет. He's our goalkeeper and he will be our goalkeeper. Он наш вратарь, остается нашим вратарем. Пожалуйста. Готовились ли перед матчем серии пенальти, учитывая, как Уфа до этого играл в трубке? Did you prepare to the penalty series? Because you saw, you analyzed how Уфа played these two games in previous rounds. Yes, we prepared it. We actually work a lot on penalties. We have a high effectivity rate today. And of course the fact that we missed two penalties, but the goalkeeper for Уфа didn't save one. Yeah, we prepared yesterday. Да, мы готовились к этой игре, готовились к тому, что возможно серия пенальти, и сегодня фактически удары свои забили, но два удара просто не попали по воротам, то есть вратарь соперника не потащил ни одного из них. Друзья, пожалуйста, последний вопрос. Продолжение этого вопроса, почему тогда убрали штатом пенальтиста Полза? But why Paul has left the pitch if he's a penaltyist in our team? Because he asked. He was tired and he asked to be subbed. Он попросил замену сам в течение игры.